Всем привет, уважаемые любители животных! Вы на моем канале, и сегодня я хочу вам рассказать вот про свою вот такую вот черепашку. Зовут ее Альбина. Сегодня мы будем организовывать для нее домик. Вообще она у нас задиванное животное, но поколупавшись на просторах интернета, на ВКонтакте посмотрев, на черепах, на комментарии, я сделала вывод, что, конечно, это не совсем правильное содержание, и, может быть, ей там не совсем уютно. Купили мы ее, наверное, года 4-5 назад. Вот, пыталась я ее содержать в террариуме в стеклянном, но как-то у нас не прижилось, мое сердце не выдержало, как она целыми днями билась в это стекло, лапками своими пыталась оттуда вылезти, мне казалось. Вот, поэтому я ее достала и пустила на вольный выгул. Вот, но теперь вот решила попробовать снова ей организовать домик, сделать подсветку. Давайте же попробуем это сделать вместе. Ты пока иди погуляй, а мы будем делать для тебя домик. Поездила по магазинам, ничего путного не нашла, а у себя вот поколупалась, нашла вот такой вот ящик для начала. Если она приживется, уже тогда задам все цели и буду искать более подходящую посудину, так скажем. Так вот, на низ вот этой вот корзины я положу вот такую простыньку хлопчатобумажную. Так, наверх постелю вот такой вот коврик я купила, которые можно стирать время от времени. Так, чтобы было ровненько и красиво. Не знала, где найти, по магазинам искала, не знала, где найти щепу дерева. Посмотрела у людей, некоторых домики застелены щепой деревянной. Вот, поэтому нашла сено или солома это называется у людей, которые выращивают кроликов. Попросила и буду делать с сеном или соломой. Надеюсь, кто знает много про черепах, прокомментирует это и скажет, можно ли так делать. И вот купила вот такой вот горшочек, чтобы сделать домик для черепахи, плоское дно, и поставлю, и вот она будет, надеюсь, в нем хорошо жить. Так, сейчас я застелю сеном, соломой. И вам покажу, как у меня получилось. Есть у меня также лампа для черепахи, но, к сожалению, я вот рассчитывала, что будет светильник у меня подходящий, но оказалась лампа для черепах с большим цоколем, а у меня маленький цоколь, поэтому я поищу еще по городу. Вот. Также я заготовила, нашла вот такой красивый камешек для черепахи, чтобы она могла в него залазить. Так, и нарвала в теплице листья одуванчика. На улице уже мороз, листья все замороженные, а вот свежая зелень для черепашки. Так, ну что еще не хватает, интересно. А, ну вот, хочу показать свою лампу, специальную для... Ультрафиолетовая лампа для рептилий. Пойдем, Альбина, в новый домик с тобой. Так, вот, давай посмотрим, как тебе здесь. Сейчас я возьму камеру и покажу вам. Ну вот как-то так вот получилось. Вот такой вот домик. Еда. Альбинка, иди в домик. Камешек, который будет нагреваться, она, наверное, будет в нем сидеть. Ну и вот так вот лампа будет стоять. Наверное, я потом померяю температуру еще. Посмотрю, насколько там надо ближе, дальше. Вот так вот. И поставлю, наверное, возле окошка, чтобы свет еще естественный попадал на мою черепашку. Ну что, пойдешь в домик? Черепуня. На этом все. Очень рассчитываю на ваши комментарии. Правильно я организовала домик, неправильно организовала домик. Буду очень рада услышать и критические, и положительные отзывы. Всем пока!